Здравствуйте. Сегодня я припарковался в городе Нюнесхам. Это 65 километров от Стокгольма. Жду парома. 9 часов, 9:20. На остров Висби. Висби — это остров, где живут шведские миллионеры. Это все получилось случайно вчера в Стокгольме. Была же пятница, я ходил на вечеринку и познакомился с ребятами из Беларуси, которые мне также посоветовали, парни из Беларуси, который живет на этом острове. Собственно, как-то так и получается. Шоу продолжается. Смотрите, что же будет дальше. А здесь чертовски красиво. Большая набережная. И наконец-то, что меня очень радует, отличная погода. Пока.